Раз. И новый день настал. Сегодня уже солнышка нет. Дождик моросит. Но это нам не помеха. В общем-то и не было никогда помехой. Сегодня едем на новые места. Совсем новые, где мы никогда не были. Надо посмотреть, что там делается с полями, с лесами. Вообще с проездами туда. Так, в принципе, интересные два, вот три даже, сколько там получается. Будем пробовать. Люба еще пока не приехала, приезжает завтра уже, чтобы в полном составе. Хотя в полном Димыча с Саней нет. Всем привет, Димыч с Саней. Вчера, конечно, чуть-чуть на солнце перегрелся, что-то как-то от неожиданности. Сегодня рожа красная, все. Шея сгорела, 14 градусов на улице, но солнце светило. Шея сгорела, удивительно. Хотя что удивительно, на воде он и в плюс 7 на катере сгорал, сколько раз. Ладно, ползем. Виктора сейчас забираем и едем смотреть. Так, прибыли. Сейчас обзорно покажу. Погода так себе, моросит иногда, но это не важно. О! Первый цветной, лишь бы не монета. Вот. Красотень, конечно. То есть одна деревня была вот там, за елками. Вторая где-то тут. Но мы предполагаем, что вот на этом бугре, вот где здесь деревца. Сейчас первым сигналом посмотрим, что вывалится. Ну, наверное, алюминий, а что здесь? Сверху-то. Не монета была, а тут как раз монета. Да ладно. Я извиняюсь. Советик, да? Ну ладно. 53-й год. Трояк. Все, можно ехать домой. Не говори, вот есть такое, такая причуда. Ну, дай бог, она сегодня не сработает. Ладно, идем туда. Так. Обошли эти кусты. Там пока ничего нет, мы далеко не ходили. И вот здесь, скорее всего, как пруд-то и был. Ну вот там камыши и все остальное. Сейчас цапля оттуда слетела. Видимо, вот здесь какие-то дома стояли. Может быть, вот здесь. Сейчас пошли вот по этой поляночке. Поляночки и нашли, где она? Тюлька-то. Вот это уже похоже на истину. Хоть что-то. Такая красотуля. Двухглавая. Сейчас попробуем. Ну, не пойму. Киров. Скиров. Ого. Не, непонятно. Уже? Ладно, будем смотреть вот эту полянку. Это обошли все. Вот весь низ. Сейчас так по периметру в разведке. Конины полкармана накопали. И вот выскочил. Но я его, естественно, сломал. Медная обручалка, по ходу дела. Сейчас еще туда пойдем сходим. Возвращаемся к месту, откуда начинали. Плющенная монета. Тонкая-тонкая. Ну, тут уже неизвестно, что это было. Сейчас еще там походим немного. Вот. Пока что тишина. Может быть, срабатывает такое неповерие. Как это называется? Первым сигналом, когда монета выпрыгивает, как мы вначале-то и сказали. Хрен потом что найдешь. Посмотрим. Так, Витю завезли. Поехали доходить пару часов на нашу луговину. Ее подскосили, но, правда, наверное, недель две уже прошло. Ну так, аккуратненько сейчас пару часов погуляем. А вот что будет. Да. Все, сейчас с Никитой познакомить, поздоровайся с братвой. Здрасте. Здрасте. Все, сейчас покажу. Если что-то будет, а если не будет, не покажу. Ну, Никита, сегодня хоть кто-то за нас работает. Че, хоть за монитор-то деньга, что ли? Блин, ну тут понятно. Зеленый... 29-27. Молодец. Понимай. 29-27. Там и такой короткий. Пищит высоко. Ну, хоть хрен знает, потом будем отмачивать, смотреть. Хоть кто-то сегодня империю нашел. Ну, хоть.
Да. Не пустые. Блин, комарья-то сколько. Ё-моё, откуда она тут? Ага. Ладно. Есть-то. Так, друзья, со Стерни уехали. Ходим вот здесь. Давно я хотел по этой дороге пройти. Вон машина. У меня трак сдох. Забыл батарейки зарядить. Аккумуляторы. Сейчас была конинка, что-то еще. И, двушка какая-то ушарпанная. Вот монета. Да, да, вот конинка. И вот. И вот выпил Империя. Воду не взяли. Потом помоем, посмотрим. Сейчас дойдем по дорожке чуть-чуть. И вернемся. Так, идем дальше по дороге. Хренак. Да, сохран здесь, конечно, я не ожидал, что он будет такой удолбанный. Здесь вроде никогда говном не заливали. Ну, тереть не будем, а то подмочим. Вот так вот. Туда же, в домик. Вид красивый, да, отсюда? Тот, кто знает, тот поймет. Ну что, друзья, прошли вот эти несколько дней, три, по-моему, дня, да, целиком. Находок вообще было немного там, такое проверочно-разведывательная операция. Завтра уже полным составом двигаем дальше. Все равно развеялись, добрались наконец-то вот до тех урочищ, пока не выдали, сработала эта штука, видимо. Ну, конечно, все предрассудки, но иногда поверишь в них. Вот. Что еще хочу сказать? Что больше говорить-то? Увидимся в следующем видео. Всем спасибо, всем пока.